Добрый день, дорогие друзья. Ну что, думали уже завязывать, все уже, закрытие сезона. Ну, погода стоит пока хорошая, что дома сидеть. Опять пошли на рыбалку. Ну что вам сказать. Вот за 2 часа рыбалки, покуда что, один карась и один подлещик. Заброс делаем очень дальний. На ближнем забросе вообще ничего не клюет. Значит, народ рассказывает, что клюет только ночью, днем клев плохой. Ну, посмотрим. Мы, в принципе, ночью никогда не съем, всегда ловим рыбу. Дождемся ночью, будет видно. Чего знает. Может и сидит. Опять таранька. Это ж надо так далеко бросать и ловить тараньку, ну. На горох. На горох. А поклевка лещевая. О, ну уже сколько их? 4 штуки. И все на горох, и все издалека. Да, интересно, девки пляшут. Слушай, меня таранька это замучила уже, а? Крупная, конечно, хорошая сама, но слышишь, так далеко ее тащить? Наверное, опять эта таранька. Смотри, видишь, поклевка, Сань? Смотри, смотри. Да вообще никак. Что это, поклевка, что ли? Горох, горох, кормушка. Горох, кормушка, то верхний крючок, то нижний крючок. Доброе утро. Ну что, ночь прошла. Ночью клевал подлещик. И смотрань крупная. Но в основном подлещик. И подлещик такого размера не совсем хорошего, мелкий. В общем, с вечера мы взяли одного карпа. Ну, карп где-то за 2, наверное. И все. Ночью не было холодно, но была роса. Все намокло, все мокро, как вроде после дождя. А вон уже лодок сколько на речке. Фонарить можно. Никто не хочет закрывать сезон. Рыба клюет. Ладно. Надо пить кофе, пока не начался клев. Что, опять подлещик? Да, вот такие вот и ночью ловились.
нифига себе. Посмотри, бедова. Ого. У него крючок вышел прямо с этого вот. Ага. Зубы. Так, ладно, пойду я свой распутывать. Идет? А я не знаю самодел. И куда мне его проводить? Куда? Давай сюда. Лидера кидать. Да, бесполезно. Я его буду обрывать просто и все. Да. А зачем? Не, просто спрашивать, ты даже не пробовал, да? Нет, конечно. А зачем? Ну, что флигер не ставит такой? Ну нифига себе. Шуклидер, смотри, это хорошая штука. Чего его не ставить? Лупит по кольцам, блядь. Кто лупит по кольцам? Шнур лупит по кольцам. Не, этот не бьет. А это само-то с такой глубины, это само брать само-то вот такую хрень. Не, ну слушай, я... Я что-то не понял даже. Я думал, это сам это зацеп. Может быть, и в прошлый раз тут у меня такой же зацеп был, блядь. А? Не, ну мы с тобой тогда вдвоем его таскали. Слушай, а поклевки ведь не было. Ты просто не увидел ее. Ну, а потом отпустила, это не подсёк, а блядь. Ага, а чё ж ты не подсёк? Да. Нет, нету ничего. Нету? Вообще. Так. Не торопись, блядь. Подсак-то не готов? Да нет, там нет ничего. Нету? Нет, нет. Ау. За верхнее кольцо. А за это самое, за нитку, блядь. Нет, что? Нет, есть, блядь. Смотри, какой карту. Да. Таких для сам этих карпов. Ну а я не знаю, что я буду с ними делать. Засоли, блядь. Завяли. Хорошая баранька, блядь. Весной такой нету, блядь. Весной мы такой не ловили. Где-то, наверное, 3,5, смотри, по 4 вот это. Этот больше? Да. Этот поменьше немножко. Маленький.
Вот это сегодняшний улов. В основном таранька, подлещики и один карпик. Все, будьте здоровы, не постанешь шуить.